Здравствуйте! Сегодня день солнечного затмения, поэтому пишем цели на жизнь или хотя бы на месяц. Идеально, если у вас получится сделать в эту субботу карту желаний. День также подходит для посещения святых мест, для медитации, для духовных практик и для творчества. Чего сегодня лучше не делать, так это начинать важные дела. Хорошо, что солнечное затмение выпало на субботу, да? Хороших вам выходных! До встречи завтра! По секрету, воскресенье будет очень хорошим.